Всем привет, это игра Родина. Я предлагаю нам вместе немножечко поиграть. У нас продолжается фишка. Хорошо, когда с зайчиками, вот когда с яичками намного хуже. Так, есть. К нам приплыл кораблик. Интересный кораблик. Что, будем пытаться? Главное на время посмотреть, как ты так уже зашла. Я думала, что он только приплыл, начала загружать, а он через полчаса отплыл. Очень прикольно было. Так, это я ставлю 3 на помощь. Ну, естественно, начинаю делать сама. Ухо. Рыбка у нас созрела почти. Так, сети. 3, 4. Сети, значит, сети. А, у нас даже есть немножко ухи. Это же здорово. Главное еще поставить делаться. 1, 2. И закидываем. 7 штук осталось. Ха, а вот рыбки нам на все не хватит, конечно. Это печально. Ну, будем надеяться, что кто-то поможет. Чего продадим? Вот так. Ого, у меня 50 мест свободного. Не каждый день такой праздник. Письма 9 штук. Марочек сколько? 1, 2? 2. Стандарт. 2, максимум 3. Ой, я про бонус совсем забыла. Еще подарочки дадут. Глянуть, на каком мы месте. Там сейчас битва должна вот-вот закончиться, по идее. Итак. Гвоздик могли бы дать. Тут проехали мимо. Ну, давайте хоть топорик. Стоять. Стоять. Не едь дальше. Ну, не едь. Вот блин. Мне дали блин. Бывает. Так. 4 минуты. Мы были молодцы. Мы на почетном каком? 105-м? Нет. Просто на 5-м. А что на 5? Это, наверное, какой-то глюк, да? 1, 2, 5. Так, стоять. Сейчас делаем вот так. А теперь опускаем, 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 опускаем. Ого, сколько 9 тысяч насобирали. Так. А так мы на 3-м месте. Так нам дадут еще подарочков. Я не думаю, что за 4 минуты что-то изменится. 4 минуты и 26 секунд. Вот. Каждая секунда на счету. Ну как тут? Никак тут. Ладно, надо поискать это в магазинчике. И параллельно поискать рыбку. Так, помидорок я возьму чуть-чуть. Взяла. Чуть-чуть. Едем. Клубнички, ладно. Сейчас будут у себя все посадить. Собирать, посадить. Так, что дают сегодня? Все забрали. Ладно. Пойдем сначала к принцесске зайдем. Принцессы бежать нехорошо. Тем более, если принцессе требуется помощь. Так. Ой. А вот это я не знаю, надо глянуть. Может, у меня и есть. Сколько у нее еще времени? А у нее тоже корабль только приплыл. Ладно. Сейчас проверим полив чемодан и пойдем к себе искать белый шоколад. Для принцессы. Ну, в крайнем случае можно поставить его делаться. Как вариант. Во-во. Так. Я думаю, что у меня есть. Да, у меня есть пудра. Приняли. Так. Делаем белый шоколад. Что-то за непорядок. О, красочка ничейная выпала. Так. Стоять. Мы пойдем. Ух ты! Сколько сухариков опять?
это что-то. Так, вас покормить, вас покормить, встать, вас покормить. Это елки мешает. Раз, два, три, четыре. О, красненькая марочка, я видела. Ну что, ушастики, я к вам. Как всегда, морковка. А рацион не меняют. Морковка или морковка. Или просто морковка. Так, иди отсюда. Так, надо ставить сразу морковку. Так, себе на этот поставила. Принцессе. А что, у меня так все печально? Да? Странно. Так, ставим. И такой. Ага. Это ваш надо какао. И ставим шоколад. Помочь нельзя, помочь нельзя. Жаль. Так, сюда медик принять. Все. Заводик работает. Так, кораблик. Ой-ой-ой-ой. Спасибо за помощь. Спасибо за помощь. Поплыли. Поплыли. Так, морс надо ставить. Так, ставим морс. Не знаю, сколько же его надо будет, наверное, много. Так как он делается быстро. Так, тихо. Не буяним. Еще одна ягодка. Так. Напомни, что интересно. Ой, у нашей Танюшечки нужна помощь. Надо отправляться. Принцесски шоколадка делается. Идем к Танюше. Ха, ей помощь не такая нужна. Кораблик у нее не стоит, не ждет помощи. Ей надо полив. Так что хватаем за лейку. Вот еще. Все. Не, ну надо было глянуть, что у нее в кораблике сейчас еще. А вдруг? Надо ей написать, можно и предложить помочь. Ха, нету. Как всегда. Так, Ирина. 142 уровень всего-навсего. Такой маленький уровень. Ого, у меня такой, наверное, будет не знаю, через сколько. По-моему, она у меня самого большого уровня. А, ей уже помогли. Так. Человек туристам так и никак не дадут к своим туристам. Так, тут надо полить сначала, действительно. Забрать свой чемоданчик. Это я оставляла, видите? Отдали, значит, мое. Так. Все, да. Сейчас зайду к ней, посмотрю чемоданчик на курорт, я потом на свой курорт отправлюсь. Остальные помощи гляну позже. О, у нее страна кактусов. И чемоданчик возле кактуса кто-нибудь нагибается. Ух ты, аж две штуки сразу, вы считаете, взяла у нее. Так, я к себе. Так, сразу смотрим, кого отправить. Вот почему одни уши? Одни уши. Где яйца? О! Блин, надо было кого-то посмотреть, туристов забрать. Ну все, поезд ушел. А нет, да. Печалька. Если только повыгонять. А ну я гляну. Раз, два. Сейчас всех пораставляю куда-нибудь. А потом, если что, можно будет с них, кто не понравится, выгнать. Потому что мне очень много сухариков. Мне нужно с ними разбираться. Так, ну, этого нельзя выгонять. До свидания. Так, тут я вообще подумаю. Так, давайте здесь глянем. Картошку дам.
Это я дам, это дам. Даже выгнать некого. Служить. Это я вроде делала даже. Так, дальше. Служить. Ну, в этот раз яиц вообще не дали. Так, все, все. Домой. Сейчас посмотрю, кому чего. Угу. Юбочка. Так, а сколько у меня места? 38. Нормально. Так. Да я поставила. А что, посадить клубнику, говорите? Ой, да, клубнику посадить. А, клубника растет 6 часов, по-моему. Сейчас глянем. 8. Да я лучше куплю. Ой, хочу краску. А, уже кто-то захотел раньше меня. Ну, пока не купила. Ладно. Проехали. Так, сахар взять. Пудру поставить. Так, покормить моих голодненьких. Так, все, с буренками я разобралась. Теперь идем на поросятину. Готовимся к празднику, заготавливаем мясо на шашлык. Поросятина, поросятина, поросятина. Их. Попросить. Есть. О, опять подарочек. Так, смотрим наше почетное место. Третье. Ну, нормально. Так, награду приму позже. Еще кому чего. Так, мы идем, идем, идем. Ха, у меня нету, оказывается, с помидоркой. А, нет, есть помидорка. Штуку только смогла взять. Одну штуку. Еще надо поставить, но уже нет места. Печалька. Так. Есть. Так. Тут шоколадный коктейль. Не. Паста. Я паста. Всего 3 леденца. Так. И мои орешки для Золушки. Орешки. Просить. Есть. Все. Угу. Принесла я свои орешки. И раз. И тут. Ладно. Поросятину надо поставить. 3 штуки. 2 и еще одну. И мои 3 поросенка есть. 3 поросенка. Угу. Ну, хрушка хватит, а вот этого мало. И ух ты, вообще уже нет. Это я прозевала. Так, тут надо ставить, во-первых, это глиссе. Сейчас места не окажется, да? Бывает. Ставим. Раз, два, три. И одну сюда. Есть. Тут 3.
мне уже помогли, спасибочки. А здесь мы поставим вот так. Сначала пару. Нет, все, да? Значит, вот так сразу. Есть 4-5. Вышел зайчик погулять. Так. Раз, два, три. Тут очки. Все работает. Угу. Так, кстати, надо проверить, яйца были или не были. Ха, их так и не было. Печалька. Так, туристы мои. Чего еще хотят? А, помидорку одну взять. Взяла это взять. И это еще поставить надо, между прочим. Почему-то самые востребованные эти коричневые. Раз, два. Есть. Раз. Два. И просто медик. Три. В общем, на этом видео будем заканчивать. Я буду разбираться со своими туристами. И всем пока-пока.